Из Магадана в Усть-Омчуг. На Колыме возобновили авиасообщение между населенными пунктами. Перевозки субсидируются из областного бюджета. Перелеты выполняют на пассажирском самолете ТВС-2МС авиакомпании ООО «Сила» раз в неделю, по пятницам. Пока график составили на март. Также полететь можно в Ягодное. Воздушное судно вмещает 8 пассажиров и 1,5 тонны полезного груза. У нас добавилось два направления. Это Усть-Омчуг и Ягодное. Цена билета в Усть-Омчуг 1000 рублей, на Ягодное 2000 рублей, плюс действуют субсидии для пенсионеров и для молодежи 30%. Молодежь от 12 до 25 лет, а также мужчины от 55 и женщины от 50 лет при наличии магаданской прописки могут купить субсидированный билет за 700 рублей. Детям до 2 лет перелет бесплатный. Авиабилеты можно приобрести во всех авиакассах Магадана, а также на сайте авиакомпании ООО «Сила».